На календаре весна, а метели и не думают прекращаться. Толщина снежного покрова вызывает опасения. Противопаводковые меры обсудили сегодня на заседании специальной комиссии. На случай дружной весны у комиссии есть план мероприятий по пропуску паводковых вод, обеспечению безаварийной работы коммунальных систем и водозаборов, готовности поисково-спасательных служб. Весь этот комплекс мер в случае возникновения чрезвычайной ситуации призван защитить от весенних паводков и подтоплений в населенных пунктах. Не меньшую опасность может представлять толстый лед на водоемах. Весной, когда он тронется, могут возникнуть заторы. Под особым контролем и гидротехнические сооружения. Власти и спасатели уже начинают готовиться к возможному половодью. Среднегодовые значения по многим факторам, по осадкам, по толще льда, они на сегодняшний день превышают среднегодовые. Мы понимаем, что ситуация паводковая, она, в общем-то, на контроле. Вот все структуры, все органы власти на сегодняшний день, они сформировали свой единый план. То есть в ежедневном режиме практически организован мониторинг ситуации. На сегодняшний день погода у нас пока еще морозная, ожидается даже морозы ниже климатической нормы, но мы понимаем, что где-то к началу апреля у нас уже пойдет паводок. Важно сохранить качество питьевой воды, особенно это актуально в южных районах республики. Именно поэтому глав муниципалитетов призвали своевременно убирать снег в населенных пунктах и очищать водопропускные системы. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Николай Скворцов, Республика.